Вот в таких условиях мы живем. Вот так вот. Сегодня 6 мая, а у нас все дожди, дожди, дожди и дожди. Так. Вася, так, Василиса куда-то у меня ушла, кошка здесь у меня жила всю зиму, думал Вася, 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 оказалось Василиса, а вот и она идет. Че, Василиса, всю зиму в сарайке прожила, чем питалась, бог ее знает, так, я иногда подброшу ей пожрать, я мышей ловила. Ох, все вода стоит, стоит вода. Ох, когда просохнет, а. Такие вот у нас. Ой, в таких вот условиях мы живем. Теплица. Теплица вода. Время сажать. А мы все еще плаваем. Теплица моя самодельная. Все экономим, экономим, все делаем сами. Вот теплица заводская. Тут 2 дня назад помидорку высадил. Так, помидорка стоит. Не зеленеет, вернее, не чернеет, ничего. Уродливая тоже вся встала. Здесь у меня была чахоточная помидора. Я ее укрыл на всякий случай. И вся стоит, все нормалек. Надо будет подвязывать. Ой, да. Пойдем посмотрим, что у нас там делается. Такой вот у меня хозблок. Такой вот все. Беседку себе все строю. Строю, конечно, из того, что есть. Деньги не хочу тратить. Так, что у нас тут осталось? Шашлык, машлык вчера кушал. Такой бардачок, убираться пока еще сыро. Такой у меня мангальчик самодельный. И очень даже таки удобно на решеточке здесь делать шашлычок. Так, хотел посадить сегодня капусту, но... Капусты я сегодня не посажу. Опять все сыро. Ежевику вот сажал под зиму. Не отошла. Вся ежевика, походу, погибла. Нет, походу, здесь все пусто. Так, здесь, а нет, вон вроде как бы отрождается что-то. Так она в воде все стояла. Нет, вроде что-то отрождается. Все было затоплено, все в воде стояло. Не знаю, может что-то и уродится. Так, вот такой у меня хозблок.
бардак, но надо попросохнет, будем убираться. Здесь бардак, чесночок. Чесночок вроде вылез нормальный, пока не желтеет, но тоже, видите, в воде стоит, бля. Бочки за зиму не украли. Ванну за зиму не украли. Так, что у меня тут? Смородинка хорошо пошла. Крыжовничек отродился. Это тоже смородинка пошла. Молоденькие кустики сажал. И это вот смородина. Тут что-то дохленькая какая-то вся. Теплицу. Теплицу надо будет крыть. Что там крыть? Там еще вода стоит. Вот в таких условиях мы проживаем. Это вам, блядь, не Москва. Это деревня. Все в воде. Все вообще в воде. Да. Поле и то все в воде. Ну ладно, подождем. Говорят, неделя без дождей будет. Неделя будет без дождей.